ой, девушкам не угодишь, то им нужно побольше, а теперь они все снимают видео, как им не нравится, и нужно поменьше. Что за бред? Вот сами придумали. Ой, всегда вот было по-другому. Раз уж пошла немного тема про анатомию. Часто стала встречать видео шуточные, где девушки говорят о том, что им не нравится. Нравится. Понимаете, о чем я? И много потом увидел ответных восклицаний, что, мол, да как так? Да всегда было по-другому, да что это такое? Девушки, На самом деле, вот честно на своем опыте скажу, всегда было по-другому, только парни между собой мерились. Я никогда не встречала, чтобы девушки ходили у кого-то это спрашивали, постоянно этим интересовались, чтобы для девушек это было главным фактором. Нет. Ну, я не отрицаю, что такие есть, конечно, я тоже их встречала, но в большинстве случаев, опять же, такие темы заходили только у мужского пола, а вот в женских компаниях мало кто обсуждает такой, типа, о, у кого длиннее, у кого там покороче из наших парней. Всем привет! Знаете вот этот бесконечный философский вопрос, быть или не быть? Так вот, а тут примерно, да, больше или меньше, или сколько вообще надо идеально. Скажу так, каждой женщине это все, для каждой женщины это все индивидуально, раз, а во-вторых, знаете, очень-очень важно уметь в целом знать, как сделать женщине приятно. Все. И если между вами есть химия, то, скорее всего, очень много чего не будет иметь значения, даже грязные носки.